результат к этому свисте и шуме, и гуле ничего не слышно. Еще одна передача. Ливерпуль около чужой штрафной площади. Мане попытался выполнить передачу. Ну и вот потихонечку Салах ускорит. Получится со стандарта у хозяев поля. Подача. Момент! Момент! Гол! Гол забивает Милан. Бывший футболист Вероны. Сейчас смотрим удар Оксленда Чемберли. Ну, так, для комплекта, что называется, знаменитого Милана против Ливерпуля. Вот эта история. Перед собой и Салах забивает свой уже, который по счету гол. Которые не часто играют в старте, особенно Уильямс на правом. Каких таких ситуаций, которые требовали от арбитра сложных решений, мы дал Милан. Конечно, категорически нельзя. И Томори допускает. Цимикас поднимает мяч в сторону Ориги. Еще одна доставка. Место в группе и в Лигу Европы.